На отсутствие отопления тверичане могут пожаловаться в прокуратуру. Ведомство организовало горячую линию по вопросам предоставления коммунальных услуг. В период с 9 октября по 30 апреля жители Твери смогут позвонить по номеру 8-910-937-0717 в рабочие дни с 9 утра и до 17:45. При подтверждении информации надзорное ведомство обещает принять соответствующие меры. Также люди могут обратиться через сайт прокуратуры Российской Федерации или единый портал госуслуг. Правда, стоит заметить, что нашему корреспонденту в течение дня после многочисленных попыток дозвониться на горячую линию прокуратуры по указанному номеру, увы, так ни разу и не удалось.